Всем здорова, с вами Назар. Продолжаем играть за Нидерланды. Итак, у нас подошли сроки перемирия против Бахмани. Можно объявить ему войну. Давайте этим займемся. На нем много агрессивки, надо бы его выбить. Между сериями я тут провел маленькую, скажем так, победоносную войну против Пасая, Пирака и Джохора. Теперь у нас с ними висят тут перемирия еще на 10 лет. Ну, может, как-то поможет это, может, не поможет. Ну, в общем, такое. Пару раз тут их разбил. Объявил войну по дип-выпаду. Там было, там как раз-таки за... вроде бы, за... Ну, тут я даже не знаю, как тут посмотреть. А, вроде бы на Испанию. За бои. Да, военное превосходство. Пару раз их разбил, там набрал соточку. Там какие-то две крепости взял и все. И выбил их. Там набрал всякого разного унижений и так далее. На этот раз, к сожалению, Бахмани воюют. Вот. И нет отключенных крепостей, конечно, хотелось бы. Ну, ничего страшного. Тут, в принципе, войска мы не расставлены. Четыре армии взял. Если что, могу еще одну подкинуть вот отсюда. Еще одна здесь. Ну, тут будет восстание. Одно уже подавил. Сейчас ждем еще. Ну, короче, одну армию еще могу прислать. А могу еще одну нанять. У меня опять рекруты под максимум. Да, прирост 2000 это знатно. Так, за что воюем? Майсор крепость. А Джинджи тоже крепость. Ну, давайте за Майсур там двойка, тут четверка. Ну и поехали. Поехали. Всех сразу ставим на крепости. Бахмани там отвлечен. Воюют, я думаю. Так, престиж минус 15. Хорошо. Оскорбление еще присылают там. Так, вот тут, кстати, поднял автономию. Не хотел, чтобы здесь были восстания. Я вообще уже был что-то 55, теперь уже 50. Не знаю почему. Из-за единства веры, может. Хрен его знает. Неважно, короче, пофиг. Эта партия не про абсолютизм вообще. Так, сразу стены ломаются. Нормально. При том, что даже пятерки нету бонуса. Ну тут есть. Кстати, надо все-таки армии довести все до единого стандарта. 16-16, поубирать эту кавалерию. Она тут уже абсолютно, можно сказать, что не нужна. Ну типа нужна, но не нужна. Так, и тут истекли сроки перемирия. Давайте тоже добьем минков. Там тоже агра висит. И чем поменьше стран, тем лучше. Мне писали, что я слишком сильно трясусь над этими коалициями. Ну, не знаю. Просто такая привычка, что ли. Может и сильно, я не отрицаю. Может и сильно. Слишком сильно. Вполне это вероятно. Так, ну, флот наш стоит в портах, так как Бахмани уже. Серьезно, 92. Не морская держава. Абсолютно. Так, ну за тобой пока гнаться не буду. Пойду поосаждаю. Чтобы даже Джанпуру немножко помог. Кстати, колонии вот тут ставятся. А, тут уже поставлено. Вот тут стоит. Колонист работает. И работает вот здесь. Вот. Буду уже здесь закрывать. Тут тоже надо будет чуть-чуть повоевать. Там немного испанцы забрали. Но с испанцами, судя по всему, будем воевать уже под конец. У них союз с Австрией и с Россией. Так что там война получится. Большой и знатной. Так, уже 50%. Да... Быстро ты, Бахмани, лопаешься.
Давай я, наверное, пойду вот здесь помогу отбить. А, прохода нету. Не пускают. Да, эта крепость и это блочит. Так, с кем у нас там слишком много? Помирание надо разорвать право прохода. 57 дней надо ждать. Так, дальше отправляешься сюда. Угу. Поехали. Тут дорабатывает, тут доработал. Где он еще работал? Наверное, где-то здесь. Я тут отправлял. Нужно вернуть. Ну, не... А, блин, еще тут надо тоже. Ну, это фигня. Тут и так у нас хороший процент. Надо вот тут три провки, которые я захватил. Ну, кстати, против Малакки... А, Малакки уже не существует, да? Тут, короче, была Малакка. Она захватила здесь много территорий. Против нее собралась коалиция, и уже их разбили. Вот. Аюти ее освободили, Лигор освободили. Но на него сразу тут были какие-то претензии. Вот этих, вот этой тройки пацанов. Вот они и набросились. Ну, логично. Логично. А какая у тебя 20-я? У Австрии регулярный флот, серьезно. Не, ну у нее, конечно, есть выход к морю. Так, ну по сути это мы берем три последние крепости. Даже не знаю, что я буду брать тут. Наверное, с юга пойду. Давай тут поможем, что ли, пацанам отбиваться. Я тут, конечно, мог бы восстановить союз, но что-то не знаю. Да, блин, опять забыл посмотреть, где. Ой, на пятой скорости. Что-то я переборщил. И вот здесь надо. Так, тут можно уже добавлять. Ну, все равно что-то маловато, если честно. Что-то вообще маловато. Ну, еще вот тут надо захватить, конечно. Ну и тут, ага. Еще две, мы только одну захватили. Так, и тут мы взяли, и тут мы взяли. Ну что, 71%. Ну еще бы вот это отбить. И можно завершать войну. Запросто. У меня 0 сверхоширения. Наверное, с юга буду брать, чтобы там северные ребята меньше агрились. Хотя вот отсюда, вот здесь пойдет. Вот сюда. Тут прям какой-то магнит, блин, на это. Так, что там, военка? Не надо. Еще бы, конечно, посражаться с ним, разбить ему войска, чтобы... Джанпур там, ну кто там вообще, что это за война? Бахманийское завоевание Джанпура. Надо бы еще ему армию минуснуть. Это было бы отлично. Почему не поставил войска, спрашивается. Стоп, а ты? А, ты тоже на Джанпур, и все, блин, набросились, да? А, ты в союзе с... В смысле?
них не было союза. Бенгалия. Что, они в одной войне воюют? Интересно. Дёки пляшут. Вот три штуки в ряд. А, у меня тут нету. Ай, блин. Интересно. Как это они так... Бахмани напал на Джанпур и вместе с собой еще Бенгалию зазвал. Ну, один брак есть. Ну, может, у них был союз? Ну, как-то разорвали его, что ли? Интересно. Не, ну в таком случае я не знаю, смогу ли я помочь. Так, а эти что со мной не сражаются? Тоже интересно. Что происходит? Как это они так себе взяли и прошли свой мою армию? Не, ну у Джанпура, конечно, есть войска. Этого просто хрен поймаешь. Они же, блин, туда гоняют как. Угу. Надо бы обновить. Ну и что толку? Он будет от меня убегать постоянно. Разве что оккупировать и просто поддержать его под оккупацией. Но все равно это как бы мне считается, это оккупация. Джанпуру это мало чем поможет. Ну то, что денег будет меньше. У врага. Не бы брать вот тут проходы. Врубать скорость. Сюда. Тут по-любому куда-то и сюда проходы-таки есть. Опять. Если... Страли. Так, вроде бы поймали его. Угу. Тут у меня вроде должен быть флот. Сюда, возможно, даже и успеем. А как насчет... О! Тут можно монополиями вернуть. И можно даже еще компаний создать. Пойду отобью. Еще работает. Как-то минки готовы. Нидерланды, Нидерланды. Перу. Все правильно. Крепость пусть себе будет. Так, вроде бы убрали, да, убрали. Потому что его войска стали повстанцами. Ну, вот этого бы еще догнать. Как-то. Успели. Молодцы.
Ого, а как это так? Они в Союзе были. И он не понял, что-то я тут не понял. Или они воевали между собой? Ну, видимо, воевали. Не, ну понятно, что воевали. Ну ты пирог даешь. Не, ну это, конечно, хорошо. Он убрал одного из членов возможной коалиции против меня. Это, конечно, очень хорошо. Ну, блин, они только были союзниками, тут уже бац. Все. Прошла любовь, завяли помидоры. Традиции минус 20, ты чё, дурак? Не надо мне традиции минус 20. Уже надо оранжистов апать. И, кстати, апаю. Ну, короче, буду брать пока оранжистов только. Так, стой. Давай сюда. Тихо. Надо вот это уничтожить. Есть. Отлично. Че ты там побеждаешь? Ну, типа побеждает, но тут еще ведь Бенгалия. Так, и вот это вот всю шушваль надо тоже позачищать. Генералы, конечно, дерьмовые пошли. Надо мне уже столько золота. Что мне с ним делать-то? Так, стоп. Это вроде бы вот так должно быть. Это вроде бы сюда. Это сюда. Я-то замирюсь. Бахмани создадут больше войск. Тут есть. Тут тоже есть. Можно? Нельзя. Давайте через вот этот интерфейс посмотрим. Ну, пусть будет тут. Так, Бенгалия можно отменить. Там войска чьи-то. Ну, ладно, я завершаю войну. Не знаю, как ты, Джанпур, справишься со всем этим. Тут реально до хренища для тебя. Они вроде бы с этим как-то вместе воевали, то ли что. Просто Бахмани воевал против вот этого. Вот я вижу, этот победил. Потому что он вот здесь Гуджарат забрал. Однопровинчатый. Спан, кстати, вот тут продвинулся. Ну, тут какая-то такая пуферная страна. Интересная. Ну ладно. Ну, давайте. Типа на 100%. Что мы можем взять? 72, 4, 4. Ну, типа вот такое вот. И уже такое вот. Ну, сразу сейчас список. А, не, нормально. 500 админки. Ну, админка есть.
Хо-хо. Так, деньжата, дабы перемирие было подольше. Наверное, так и надо брать. Ну, чё, чё мелочиться-то? Мы парни жадные. Нам надо побольше, побольше всего. Так, все можно отменять. Ага, пока вернется. Почему нет кнопочки национализировать все? Где удобство? Так, и здесь надо оставить минимум две армии, потому что территорий до хренища. И их надо как-то удержать. Кинь торговлю дай мне. Джинпур, а не хотел бы ты взять наших кондутьеров? Перемирие там 100-500 условий. Я бы тут на твоей стороне повоевал знатно. Просто хочется бахманиться, приструнить, скажем так. Так, берем оранжиста. Хоть тут и чуть-чуть лучше. Че-че-че-че. Опять все прокликал. О, отлично. Так, выборы еще будут. Угу. Что я хотел посмотреть? Не это. Не это. Вот это. 33. Два раза еще два оранжиста надо взять. Ну и чтоб традиции держались. Ну, традиции можно, кстати, военкой будет поднять. Дорого. Давайте какого-то генерала. Лучше, чем вот это. Тут осада есть двоечка. Ну чё, муж на мин, а? Правда, союз с бриташкой. Но это ничего страшного. Это мы быстренько оформим. Это мы вот сюда завезем одну армейку. А другую армейку мы перевезем уже куда-то на Тайвань. Отправим. Вот. Шебеки у меня там готовы. Уже ждут на Тайване. Правда, мне что-то кажется, что маловато. Ну и линкоры я тоже вот тут заказал еще. 10 штук. Вот сюда. Но можно было бы готовиться уже против китайца. Тридцатка нужна. Претензии там тоже готовы. Тут уже союза нету. Тут тоже нету союза. Что-то это стекло то появляется, то пропадает. Этих вояк где-то тут будем пока держать. Ну, их надо держать на кораблях перед войной против китайца. Можно и против Бахмалии, да, Бенгалии пойти. Но хочется про чего-то такого крупного. Тут воюем со всякими такими мелкими. 22-я. Ну, было бы, конечно, хорошо опередить его. Было бы просто отлично. Так, тихо-тихо. Так.
жаба давит отдавать столько денег. Не денег, а очков. За теху. Здрасте. Я ж вас подавил. Вы опять восстали, я убрал отсюда все транспорты. И они уже сюда дошли. Ладно, высаживай этих сюда. Мы их потом чем-то другим завезем. Сколько у меня вообще транспортных флотов? Так, на Францию сейчас все отваливается. Ну, просто создать, чтобы было. Так, 1, 2, 3, 4, 5. Тут не считаем. 5. Сразу 5 армий. Ну, по 30, грубо говоря. 150 тысяч смогу сразу высадить. Ну, нормально. Давайте кавалерию поубираем. Она не нужна. Просто. Даже можно вот так сделать. Что нельзя? Ясно. Не может оно, короче, из далеких провинций заказывать. Короче, будем воевать против Китая и все. Мне так хочется. Так. Телефон звонит. Ладно, давайте на этом будем заканчивать. Я дождусь, пока мы сможем повоевать против Китая. Вот. И тогда уже продолжим, точнее, начнем новую серию. На этом все. Благодарю за внимание. Всем пока. Всем всего хорошего. До новых встреч.